Привет, народ. Позвали меня в одну деревню. Проехал я сегодня где-то в районе 500 километров. Приехал вот сюда. Ну, точнее, мне надо не сюда, мне надо в соседнюю деревню. Но я как бы остановился вот тут. Вот. Хотел поехать на машине дальше, но у меня пробило колесо, и я подумал, до утра, пока делать нечего, пойду прогуляюсь пешком. А утром уже починю машину, да поеду. В общем, идти мне где-то в районе 1,5 километра до соседней деревни. Вот. А что там в этой деревне? Люди жалуются, ну, жители, что по ночам на домашнюю скотину нападает какое-то животное. Душит курей, гусей и убивает мелкую домашнюю скотину копытную. Парнокопытную. Вот. Кто-то говорит, что это чупакабра. Кто-то говорит, что это какое-то дикое животное. Кто-то винит в этом бездомных собак бродячих. Вот. Ну, как бы, не думаю, что животные могут выпивать кровь. По их словам, вот они находят животных, домашнюю скотину мелкую, и как бы обнаруживают, что у них там, ну, на теле, на шее 2 укуса, и как бы обескровленные животные. Вот. Да, погода холодная. Что-то как-то я не очень тепло одет. Ну да ладно. В общем, иду я туда, чтобы узнать, что и кто там живет, кто нападает на домашнюю скотину. Вот. Ну, идти мне еще долго. Поэтому отключаю пока камеру. Включу попозже. Ну вот, друзья, дошел я до этой деревни. Думал, никогда не дойду. Шел, наверное, ну, что-то в районе около часа, пока нашел ее. Вот. Ну, я думаю, толку нету ходить по этой деревне. А пойду я вот туда, к лесу. Что-то мне подсказывает, что именно там можно кого-то обнаружить. Потому что деревня жилая, как бы куча собак. Вряд ли, что я там кого-то найду сейчас. Вот, в общем, еще где-то 1,5 километра пройти и уйду к лесу. Надеюсь, там кого-то, что-то увижу. Такое. Как-то немножко боязно, конечно. Что там, фонарь какой-то или что-то мелькал.
как-то боязно, конечно, идти туда. Ну что поделать. Так. Ну, вроде бы как туда. Это что такое? Ну вот, вышел я вроде как к лесу, но лесом это назвать тяжело. Пока что вижу только высохшие деревья, кусты. Видимо, я еще не дошел до, ну именно до леса. Ну, пока похожу тут, понаблюдаю, может кого и увижу. Что это? Холодно, очень холодно. Надо было потеплее одеться. Не знаю, что это, животное дикое или что. Но, видимо, после зимы оно голодное и начало более активно проявлять себя и нападать на домашних животных, домашнюю скотину жителей деревни. Но это явно не лес пока еще. Видимо, я еще не дошел. Ну, вроде как уже недалеко. Это всего лишь навсего какуля. Так, ладно. Пройдем еще немного дальше. Выйду на дорогу. Так, ну, шел я вроде как оттуда. Значит, мне куда-то туда идти. Так, ну пойдем дальше. Вот дошел я до места более похожего на лес. Ну, пока что никого, ничего не наблюдаю.
Думаю, что будет более погуще, побольше деревьев. Немного разочарован. Яма и в яме какая-то фигня. Непонятно что-то. Идти вообще что-то я не выкупаю вообще. Идем туда. Тропинка какая-то. Слышали? Вот опять. Ну, что это такое было? Явно какое-то животное или что-то. Рычание какое-то. Идем. Глянем. Как-то очково как-то. Уж надеюсь, волков тут нету. Вроде как говорят, что нету. Хотелось бы наткнуться на них.
пока что кроме рычания вот это вот. Очень жестко как-то. Череп. Офигеть. Ребята, это череп. Не знаю, чей. Коровий, наверное, или чей. Офигеть. Кости он. Еще один череп. Да, коровий череп, бычий. Офигеть, в лесу черепа валяются. Кости. Да, тут явно обитает какое-то животное или что. Кости валяются. Thank you.
Блин, это очень жуткое место. Такое ощущение, что там кто-то ходит. Ветки, вон ветки ломаются. Еще кости. Тоже был вот там вот. Да ну нафиг, блин. Так, надо валить отсюда. Потому что как-то это очень жутко. Так, а куда идти-то? Кричит что-то. Черепа. Так. Буду идти потихоньку обратно. Не знаю, если найду дорогу. Оглядываться по сторонам. Уж как эта фигня рядом ходит вокруг. Надо, наверное, выйти на более место, где поменьше деревьев, чтобы
чтобы наблюдать вокруг. А, бляха, муха. Куда идти, вообще не пойму. Вот это я зашел. Так, это уже как-то не смешно. Что это такое? Пакет. Ветки ломаются. Кто-то ходит там. Ну, что это было? Так, там явно какое-то животное. Не знаю, какое, что это, чупакабра, это, блин. Или, может, дикое животное. Слышали? Блин, куда идти? Вообще не выкупаю. Эта фигня вокруг меня ходит. Ну, тропинка какая-то. О, вышел, кажется, нашел дорогу. Да. Тот столб шел в начале был. Камера еще была-то. Вот там какие-то звуки. Ветки. Что за фигня? Нафиг.
куда. Куда идти, блин? Столб нашел. Куда дальше? Бля, да что это за фигня такая? Пакет. Так, надо. Надо вылезти сюда. Реально не пойму, куда я иду, блин. Зануй, блин, какая-то фигня идет. Не нападает же. Знает, что. Что опасно нападать. Просто так. Может, фонаря боится еще. Главное выйти вовремя отсюда, блин, чтобы фонарь не потух. Если потухнет фонарь, я отсюда не выйду, то, блин, это будет фиаско. Тогда я отсюда, может быть, точно не выйду никогда. И будет моя черепушка валяться рядом с теми. Слышали? Так. О, кажется, я вышел. Кажется, я нашел выход. Да, и не уходит же, не отстает. Падала такая. Да, все, я нашел выход. По идее, должен выйти к дороге, по которой шел сюда. Так, вот какая-то дорога, только, ну, это явно не та. Куда-то она идет, непонятно. А, ну все, вышел я отсюда. Вроде пока не слышно никого. Вот это жуть. Вот это было очково. Да, все. Больше я не слышу. Позади никого. Никого не вижу. Если бы еще не было так холодно. Да, все, вышел я оттуда. Вроде оттуда.
камера, видать, от холода. Ну все, ребята, вышел я. Иду домой. Покурил. Выключаю камеру. Потому что нервишки. Нервишки аж играют. Зашкаливает. Все. Дома гляну. Видео. Всем пока.